Когда будет отремонтирована дорога между селами Измайлово и Поповка? Откуда идет запах сероводорода? Кто должен закончить демонтаж старой школы? Будут ли построены детская и спортивная площадки? Эти вопросы были подняты в Доме культуры села Николашкино на собрании по итогам 2017 года. В собрании приняли участие глава Бавлинского муниципального района Рамиль Гатиатуллин и депутат Госсовета Леонид Якунин. В состав Новозареченского сельского поселения входят 5 населенных пунктов. Поселок Новозареченск, поселок Талыбуй, деревня Измайлово, село Дмитриевка, село Николашкино, в которых зарегистрировано 1347 человек. На 1 января 2017 года 1387 человек. К сожалению, численность населения продолжает падать. Из них трудоспособного возраста 829 человек, 476 человек пенсионеров, детей до 18 лет 236 человек, в том числе 113 детей дошкольного возраста. После доклада главы сельского поселения об итогах 2017 года и задачах на 2018 год также были заслушаны отчеты о работе общества Николашкина, деятельности врачебной амбулатории и отдельного поста пожарной части в Новозареченске. Проведение Дня села этим летом стало отдельной темой. Для этого специально были приглашены выходцы из села, председатель правления региональной общественной организации национально-культурной автономии удмуртов Республики Татарстан Андрей Герасимов, активист этой организации Павел Александров. У меня, наверное, вопрос вот к вам, да, вот я в деятельности занимаюсь чем? Это в большей степени это развитием традиции, культуры народов России, это развитием идеи патриотизма в составе Ассамблеи народов Татарстана. Вот, в конце, не в конце, а в том году было предложение от инициативной группы села Николашкино. И до сих пор у нас вопрос, сколько же лет силу, вот хотел задать вам этот вопрос, сколько лет силу. Ну, вот смотрите, мы гадать не будем, мы сделали запрос вот, в архив, 300 лет, а подтверждение этому мы подтверждение получим с архивных источников. Да? Индира Сайфуллина, Михаил Курочкин, БРТ.